Сельский дом культуры – это душа станицы, поселка или хутора. И в настоящее время, несмотря на все трудности, он остается центром культурной жизни и общения, как для взрослых, так и для детей. Для этого работники культуры прилагают немалые усилия. Карантинные ограничения не стали непреодолимым препятствием для людей творческих, ищущих и неравнодушных. В сельском доме культуры Прикубанский стараются по-прежнему организовать досуг для сельчан, развивать их способности и даже открывать новые таланты. Палочкой-выручалочкой стала работа в онлайн-режиме, которая позволила сохранить наработанный актив участников кружков, студий и коллективов. Делаем ролики. У нас есть звукорежиссер Лемишев Сергей Германович, и делаем как бы законченные фильмы. Мы много сделали к 9 мая. Также стараемся полностью все мероприятия, все-все делаем онлайн. И стараемся это, чтобы было доступным языком, понятным. То есть делаем видеосъемки. У нас есть своя страница в Одноклассниках СДК Прикубанский и в Инстаграм СДК Прикубанский. Свои подписчики. Использование современных информационных технологий дает хорошие возможности для общения, обмена опытом и творчества. К примеру, мастер-класс по изготовлению кукол из лоскутков тканей в видеоформате очень понравился участникам кружка декоративно-прикладного творчества «Забава». Делали видеоролики и все это выставляли в сети, пользовались этим успехом. И вот сегодня я буду показывать мастер-класс по изготовлению поделки из талаша, петушок, золотой гребешок. Присылают фотографии тоже. У нас очень много фотографий с детьми, вот, и поделки присылают. И мы, у нас был конкурс, присылали с животными дети, активно очень участвуют, им нравится все это. В год 75-летия Великой Победы особое внимание уделяется сохранению памяти о земляках, совершивших подвиги во время Великой Отечественной войны. Не забывают и о героях более поздних военных действий. В краевом конкурсе «Культура Кубани» на лучший видеоролик мы участвовали со своим видеороликом «Эхо войны и память сердца». И получили диплом участников этого конкурса. Сейчас мы готовим мероприятие о нашем земляке, десантнике Павле Петровиче Ступине, погибшем в Дагестане. Хотим сделать онлайн-мероприятие «Урок мужества». Хорошо отзываются о наших онлайн-мероприятиях, с удовольствием их смотрят и откликаются на наши просьбы, если мы приглашаем их для съемок каких-либо программ. Также вот мы недавно снимали для участия в краевом конкурсе «Подвиг села», снимали нашу жительницу. В сельском доме культуры с нетерпением ожидают, когда можно будет работать в обычном режиме. Сотрудники вполне готовы встретиться со всеми, кто занимается в кружках и студиях. Конечно, очень хочется, чтобы к нам пришли в дом культуры. Пришел наш дорогой зритель, наши дети, наши воспитанники. У нас большая художественная самодеятельность, и детская, и взрослая. Сельский дом культуры был и остается одним из самых доступных источников приятных эмоций. Именно сюда люди приходят отдохнуть, отвлечься от повседневных дел. Для жителей прикубанского сельского поселения это нужно и важно. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».